помним, на чемпионате мира 2012 года в Ницце стал бронзовым призером. Но, правда, выступал он тогда с другой партнершей и за другую страну. Выступал он с Наруми Такахаси, завоевал сенсационно бронзовую награду в паре с этой японской фигуристкой. Но затем эта пара благополучно распалась в конце прошлого года в связи с тем, что не было у этой пары олимпийских перспектив, поскольку получить гражданство Японии на родину страну было нереально. Ну и вот он вернулся в Канаду и выступает сейчас вместе с Наташей Пурич. Наташе 18 лет. Ну и опять же, говорить о перспективах этой пары пока не приходится. Будем следить за их выступлениями. Во всяком случае, попасть на чемпионат мира через чемпионат Канады будет им очень даже непросто. Мы знаем, что в Канаде есть две очень сильные пары. Одну из них мы сегодня увидим во второй разминке. Надо сказать, что и Наруми Такахаси, мы ее видели на предыдущих этапах, выступает она за Японию с японским фигуристом, тоже пока без какого-то особого успеха. Да, вот прибавили за заключительную поддержку баллы
канадцам, и в итоге за технику у них оценка 58.53. Ну вот в таком составе эта пара выступает, это фактически для них второй турнир в этом сезоне. Они стали в пару-то весной этого года. В этом сезоне уже выступили на турнире в Оберсдорфе, заняли там 6-е место. И показали там результат в произвольной программе 99,44 баллов, получили за эту же самую программу. Но вот судя по реакции тренера, и можно понять тренера, в целом они справились неплохо со своей программой. Но вот мы видим, оценка начинает уменьшаться. Это связано с тем, что параллельный тройной сальхов посчитали арбитры недокрученным. Базовая оценка сразу же снизилась и общая оценка за технику. Но тем не менее, учитывая, что они опережали две предыдущие пары, которые уже выступили, конечно же, они на данный момент будут лидерами. И вполне возможно покажут сейчас лучший свой результат. То есть превзойдут результат, который они показали на турнире в Оберсдорфе. Поддержки они исполняли неплохо. Ну, такой царит настроение. Вполне удовлетворены они своим выступлением. Ждут оценку. Да, 106,2 балла. И они становятся лидерами. Завершать выступление фигуристов в первой разминке будет хорошо уже нам известная пара. Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Вот это уже начинает ее приветствовать трибуны. Накануне, кстати, в короткой программе тоже перед их выступлением.